Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас заказ по третьему каталогу Faberlic. Здесь много новиночек, так что оставайтесь со мной до конца. Давайте начнем с красоты. Я взяла себе комплектик бижутерии, я вам сейчас покажу его в каталоге, в новом. Он, кстати, в жизни, я уже открыла, посмотрела, смотрится гораздо симпатичнее, чем в каталоге. Вот, вот этот, девчонки, потому что сережки-гвоздики не очень люблю, а эти вроде более-менее висят, поэтому сейчас посмотрим, как они выглядят. Вот так выглядит коробочка. Ой, я ее неправильно, наверное, засунула, да. Логотип Faberlic не видно. Такая черная симпатичная коробочка, даже на подарок. Очень так вот, знаете, миленько. И что у нас здесь внутри? Инструкция по пользованию бижутерией. И вот он сам наборчик. Вот так он выглядит. Здорово, конечно, переливается. Мне понравился. Сейчас будем с вами одевать и тестить. Параллельно расскажу вам лайфхак. Я думаю, не у меня одной, у многих от бижутерии чешутся уши. У некоторых прям даже воспаляются как-то вот сильно-сильно. Что мы будем сейчас с вами делать с сережками? Сейчас расскажу. Здесь у нас черный такой поролон, да? Сзади заглушка. Две, кстати. Одна силиконовая. Я вам сейчас все поближе покажу. Вот так выглядят сережки. Вот так выглядит сам кулончик. На конце у нас есть как бы запасик, и это хорошо, потому что мне цепочки фаберликовские все маловаты. 43 сантиметра, даже плюс 5, это как-то, девчонки, мало, ну, на самом деле. Но ничего, практически под шею, да, классический замок. И сережки. Сзади две заглушки, одна, фокус, силиконовая. Мы ее снимаем с вами. Вот она как выглядит. Смотрите, вот такая, обычная такая, как резиночка, что ли, да? Не потерять бы. Но они, наверное, в принципе и не нужны. Посмотрим. Оп, вторая. И обычная застежка. Получится? Получилось. Да, вот как выглядит обычная застежка. Да? Как у гвоздиков. И вторую снимаем. Так, где наши цепочки? Вот они, сережки вывалились. С обратной стороны смотрите, как выглядит, да? Фокус. Фокусируйся на сережках. Вот, девчонки, получается у нас здесь гвоздик, такой вот камешек один, и висит еще вот такая вот штука, в которой много-много камешков, она такая шершавая. Надеюсь, все подробно показала. Так, кулон, просто вот один камушек на цепочке, тоже таким вот каким-то, мне кажется, голубоватым это все дело отливает. Собственно, лайфхак. Берем сережку и покрываем ее любым прозрачным лаком. Вот этот вот гвоздик, да, сам. Даем ему высохнуть. И смело носим, и никаких аллергических реакций, никаких зудов, покраснений у вас на ваших ушках не будет. Вот таким образом, со всех сторон, сам вот этот гвоздик покрываем лаком, чтобы металл бижутерии, да, не окислялся с нашим ушком. Вот так. Сейчас она высохнет, и можно будет смело одевать. Таким же образом покрываем и вторую сережку со всех сторон прозрачным лаком. Лайфхак проверенный, девчонки. Я раньше долго тоже мучилась, не носила бижутерию. Теперь я могу себе позволить одеть любую бижутерию, и мои ушки не будут страдать. Давайте посмотрим, пока сохнут сережки, как смотрится на шее цепочка с подвеской. Так, я на самую длинную всегда одеваю. У меня тут что-то отлетело. Эта длинная штука отлетела, девчонки, которая удлиняет. Потрясающе вообще. И как ее присобачить обратно, это хороший вопрос. Здесь уже нужны, наверное, пассатижи, либо ножницы. Вот она просто отлетела, хотя кольцо вот это полностью замкнуто. Да уж, девчонки, она измучилась, ей-богу. Я не представляю, как она могла слететь, потому что кольцо вот это вот последнее, да, оно запаяно. Вот это вот круглое. Я разломила это кольцо, в итоге отломила кусочек и присобачила эту цепочку и зажала опять пассатижами. Короче, трындец вообще полный. Ладно, давайте теперь смотреть, как она выглядеть будет. Зато сережки уже, наверное, высохли. А слушайте, ну вообще длинно, очень даже неплохо. Не, девчонки, достойно смотрится, мне нравится, в принципе. Давайте попробуем теперь сережки, как будут смотреться. Они уже высохли как раз. Красивая линейка такая, к теплому цвету типу, мне кажется, вообще подойдет замечательно, потому что такой будет холодный отлив. Да многим, мне кажется, подойдет, брюнеткам и блондинкам. Смотрите, как здорово смотрится. Мне нравится, прям переливается красиво. Так, вторая. Иди сюда.
Так что, девчонки, обрабатывая лаком свои сережки, можно носить теперь любую бижутерию, даже с AliExpress. Попробуйте обязательно этот лайфхак. Если понравился, напишите в комментариях. Вот, очень здорово смотрится, мне нравится. Красивые сережки. И комплектик в целом красивый. Даже такой вот на вечерний выход будет очень достойно смотреться. Артикул этого набора 600, ровно, 560. Это у нас Vivienne. Набор называется Vivienne. Девчонки, взяла один из своих любимых кремов в линейке Axiology, Faberlic в целом, кислородный баланс, дневной крем для лица. Почему именно его? Потому что для дневной основы под макияж и вообще как дневной крем он мне очень нравится, потому что матирует. Матирует и хорошо матирует, не пересушивая кожу, даже, мне кажется, ее напитывая. Давно не брала этот кремушек, все стараюсь как-то тестить новинки, но решила повторить покупочку. Люблю очень. Артикул его 0272. Ночной мне как-то не очень зашел, девчонки, а вот дневной вообще потрясающий. Для тех, у кого комбинированная жирная кожа, очень советую присмотреться. Ой, аж вытек. Он у нас тут запечатан. Довольно жиденькая такая кремовая текстура, беленький. И при распределении по вашей коже спустя минуточку он ее матирует. Запах у этого крема классической линейки Axiology, ничего такого сверхъестественного, еле уловимая душка, поэтому люблю. Впитывается, ну вот уже практически впитался. В одном месте, только нет, еще и кожа матируется. Так что советую. Из детской линейки Techno Kids взяла вот такую вот пену для ванны 3+. Она у нас, по-моему, с яблочком. Мы уже брали, мы, по-моему, всю линейку перебрали. Но так как была акция именно на пену, взяли ее. Пахнет зеленым, сочным, обалденным яблоком. Безумно классный аромат. Мне очень нравится. Я, скорее всего, вот эту крышечку выкину и одену сюда с дозатором от жидкого мыла из этой же линейки. Артикул 2357. Аромат вообще бомбезный. Целых 4 средства из линейки Ботаника у меня в заказе. Это 2 бальзама и 2 шампуня. Я взяла один себе и второй соседке. Клевер и гранат. Именно они в этом каталоге были по акции. Яркость и шелковистость для окрашенных эмилированных волос. Когда снимала вам обзор каталога, говорила, что брать не буду, возьму другой, потому что волосы в хорошем состоянии, но так как уже за 3 дня успела выйти в блонд, поэтому именно эту линейку и взяла. Бальзамчик тоже для окрашенных эмилированных волос. Артикул бальзама 8751. Артикул шампуня у нас 8745. Давайте понюхаем. Шампунь прозрачный, вижу. Лопухом пахнет. А тут у нас клевер и гранат. Ну, чем-то зелененьким таким, весенним. Так, а бальзамчик? У нас эта серия... А, бальзам, кстати, зафольгирован. Если шампунь нет, то бальзам, да. Посмотрим на бальзамчик. Беленький. Вот он. Пахнет так же, как шампунь, с примесью еще какой-то косметической, сладенькой такой. Мне понравилась линейка Ботаника, то, что я брала до этого бальзам и шампунь, поэтому я, в принципе, с радостью буду пользоваться ей дальше. Соотношение цены и качества потрясающее. Мне эта серия напоминает серию Bioarctic, которую у нас сейчас выводит. Она изредка встречается в распродажах. Схожий эффект. Там тоже за копейки на распродажах можно было за 50-60 рублей взять одно средство. И мне оно безумно нравилось, после него такие блестящие, шелковистые, гладкие волосы. Не знаю, вот даже много шампуней дорогих Faberlic не идет в сравнении с вот этими вот сериями. Новиночки достаю. Целых 4 геля для душа у меня. 2 из них пиона и 1 орхидея и 1 мимоза. Что мне понравилось, девчонки, я еще когда приходила на пункт выдачи до заказа, вот эти вот картиночки, они как все набивные. И где текст сзади тоже, здесь такая шершавая прям этикеточка, фон, даже не картинки, а вот этот вот голубой фон, он такой шершавый, приятно держать бутылочку. Я думала, если честно, что опять это будет возврат к каким-то ароматам, бьюти-кафе или что-то вроде того. Нет, девчонки, это новые ароматы. Давайте начнем с изысканной орхидеи, 25-30 ее артикул, и, по-моему, она мне понравилась меньше всего. Да, потому что это шипр. Здесь шипровые ноты, и кто их любит в парфюмах и в парфюмерных гелях, пожалуйста, это ваша история, но не моя явно. Аромат классный, аромат вкусный, многогранный, но он шипровый, девчонки, поэтому вот этот гель для душа мне понравился меньше всего. Так, поехали дальше. Мимоза солнечная. Тоже такая упаковочка приятная. Все, что здесь вот зелененькое, все такое вот шершавенькое. Интересная задумка. Не банально, по крайней мере. 25-32 у нас солнечная мимоза. И она пахнет классно. Она реально здорово пахнет. Какой-то зеленью, весной, свежестью. В то же время есть сладкие ноты.
не бьет в нос, нет такой резкости, вот как в орхидеи, вот этой вот, фу, вот, мимозу могу порекомендовать. Потрясающий аромат на весну, просто потрясающий. Здесь так много зеленых нот, я жалею, что не взяла себе. Так, и два у меня нежный тюльпан. Артикул нежного тюльпана 2531. И я чувствую здесь тюльпан, ура, ура, ура. Я на это искренне надеялась. Здесь есть тюльпан. Здесь есть тоже зелененькая нотка, отголосочек такой, знаете. А так это прям тюльпан. Здорово. Мало такой сладости, потому что тюльпан это не сладкий, да, аромат. Нет какой-то тоже терпкости. Я довольна. Я довольна, что взяла себе тюльпан. И недовольна, что не взяла себе еще мимозу, потому что тоже вообще обалденный аромат. Заказала себе и знакомой краски для волос. Ей оттеночек 7.1. Девчонки, когда будете брать этот оттенок, вот да, он сейчас похож на то, что у меня на голове, да? Похож очень. Но на самом деле на голове у меня 9.1 больше. Да? Я говорю по эффекту от этой краски 7.1, он уходит в темно-русый. Причем в такой темный у меня есть видео, где я красила 7.1. Я постараюсь, девчонки, его найти и в инфобоксе оставить, чтобы вы посмотрели, как выглядит на волосах 7.1. Я не скажу, что черный цвет, но это очень темный цвет, не такой, как заявлен на упаковке однозначно. Артикул цвета 7.1 у нас 180-38. И артикул цвета 9.1 у нас 180-48. Я себе взяла именно 9.1, потому что это то, что вот сейчас соответствует моим волосам, то, что я хочу. Кто не видел, как выглядит краска внутри, я вам сейчас покажу. Вот такой вот тюбик. Я красила волосы уже, не помню, 7.1 или 8.1. Тоже оставлю вам подсказочку под видео. А окислитель получается это у нас. По-моему, 9.1 у нас на шестерке, если я не ошибаюсь. Не, на девятке даже. 9.1 у нас на девятке, поэтому аккуратней. А 7.1 у нас на шестерке. Тоже довольно высокий процент для такого темного цвета. Инструкция, перчатки и вот такой вот крем-уход после окрашивания. Защита цвета, да? Все, что входит в комплект. Здесь нет такой бутылочки, как в некоторых красках, в которой вы можете ее развести. Поэтому развожу я всегда в чашечке. Мне на такую длину одной упаковки хватает. А вообще здесь краски немного. У кого, девчонки, длинные волосы, берите две. Цена позволяет. Ампульный концентрат, девчонки, себе взяла. Вот такой в Фаберлик Клубе за рубль. Здесь одна ампулка концентрата с маслом амлы для глубокого восстановления. Буду добавлять в краску. Не очень хочется пережигать свои бедные волосы, которые и так натерпелись экспериментов. Вот как выглядит этот продукт. Здесь одна ампулка, в которой, наверное, 2 мл. Я так подозреваю. Буду добавлять прямо в краску, использовать при окрашивании, девчонки. Я как-то добавляла, они неплохие. Я не могу сказать, что я вижу какую-то разницу, но, по крайней мере, так спокойнее. Взяла себе мыло для кухни с ароматом кофе. Он мне больше всего нравится среди этих мыл. Но я бы не сказала даже, что здесь прям кофе. Он такой отголосочек, знаете, кофейный. Вот. Но они все с неярко выраженными ароматами, поэтому кто боится сильных одушек, смело берите. Артикул кофейного мыла 112.11. Устраняет запахи, всегда стоит на кухне. Руки, кстати, им мою. Ребенок моет им руки, поэтому почему бы и да. Вот такие две масочки Ботанику у меня заказали. Захотелось попробовать. Знакомая, это 40+, маска для лица, восстановление упругости. Иглица и радиола розовая. 100% польза ягод и трав. Я такие маленькие сашетки, девчонки, пробовала в Витамании, и эффекта там ноль, но потрясающе ароматы. Кто пробовал Ботанику, напишите, пожалуйста, как вам. 0713 артикул именно этих масочек. Жалко, что они у нас не продаются в тубах. Мне кажется, была бы хорошая идея. Хотя сашетки, наверное, продавать гораздо выгоднее, конечно, с точки зрения маркетинга. И вот такая вот паста, что-то она вся помялась у меня. Тоже не себе, я с пастами Фаберлик не очень дружу. Это у нас экстра свежесть для всей семьи, пролонгированное действие. Кислородная профилактическая, артикул 2245. Пасты приходят зафольгированные, поэтому ничего вам по поводу этой пасты не скажу. Еще одна классная новинка на закуску. А пока вот такой вот универсальный чистящий крем для кухни и ванной. Беру его, девчонки, впервые. Так как в основном пользовалась средством для духовок и плиты, чистила им практически все, но не считаю ванной для ванной свое, хочется вот попробовать вот этот. Что мне нравится, это вот эта крышка, во-первых. Это довольно удобно. Давайте запах протестируем. Артикул, кстати, 112.53. Сейчас на него скидка была небольшая. Ой, он такой густой. Но в нос не сшибает, хотя хлор чувствую какой-то. Ой, есть немножко. Есть какая-то цитрусовая душка, наверное, лимонная больше. Девчонки, как он выглядит, интересно. Он очень густой, очень прям, и такой вот белый, как белая пена какая-то.
Буду тестить, буду пробовать чистить. Есть с чем сравнить, потому что, по-моему, все остальные чистящие средства Фаберлик я пробовала. Ну что ж, нельзя пройти и мимо этого. Потом вам обязательно в обзоре каталога либо в пустых баночках расскажу, насколько хорошо справляется с заявленной функцией. Знакомая попросила заказать вот такие вот шарики для устранения запаха в холодильнике. Артикул 111.60. Вот так они, девчонки, выглядят. Такие шарички, прям шарички. Я не знаю, за счет чего они поглощают, потому что они, по-моему, пустые. А, нет, там что-то есть, что ли. Но я не вижу, девчонки, что там что-то есть. А, там есть маленький мешочек, угольный абсорбент. Состав угольный абсорбент, а сами шарики из пластика. Так что, в принципе, девчонки, можете в хэбэшный мешочек насыпать угля, и будет тот же эффект, я так думаю. А у знакомых обязательно спрошу, справляются ли они со своей функцией или нет. И последний продукт, который вам покажу, который мы уже на пункте выдачи с моей знакомой прям сразу же протестировали, который очень понравился, это лакрем мусс для душа питательный. Он такой классный, девчонки, вообще. Артикул 24.89. Мы наносили его на руки. Смотрите, какой дозатор. Широкий. Я думаю, он идеально подойдет и для бритья, кто бреется. Потрясающе, он такой мягкий. Знакомая моя пошла смывать его потом с рук, хотя руки были напитаны. Я не стала. Я распределила по рукам и не стала смывать. Знаете, такой эффект классный вообще. И запах до сих пор есть миндаля. Вообще потрясающе. Смотрим. Достаточно вообще немного. Смотрите, как он набухает после того, как вытекает, да? Прям вот чуточки достаточно. Наносится он вообще на тело, в душе, либо мы можем его использовать для бритья. Аромат вообще бомбезный, девчонки. Я чувствую здесь миндаль и чувствую какой-то цветочек. Смотрите, какая густая, плотная пена с одного даже полунажатия, можно так сказать. Очень нежная, девчонки. Она нежная, прям вот, я не знаю, нежнее некуда. И за счет того, что она плотная, у нее будет маленький расход, я в этом уверена. Хочется нюхать и нюхать постоянно, вообще блаженство. Я прям вот так вот распределила по рукам. И у меня все это дело впиталось. И смывать я никуда не пошла. Смотрите, как он пенится, да? Давайте я вам уж покажу, раз на то дело пошло. Хорошо пенится. Очищает кожу прекрасно. Знакомая пошла смыла, сказала, что ручки себя чувствуют восхитительно. Не пересушены. Вот смотрите, вот он. Я его разношу. И он впитывается. И правда не хочется его смывать. Хотя, ну, по инструкции написано нести на влажное тело, да, распределить и смыть. Но мне прям так нравится запах и эффект, потому что практически, ну, когда он сейчас питается, не будет липкости, сейчас так чуть-чуть есть. И этот аромат, и напитанная кожа после него, я бы им как кремом для рук прямо пользовалась, ей-богу. Как муссом для тела увлажняющим. Аромат потрясающий, раскрывается на коже еще вкуснее. Ну, в общем, продукт не зря взяла, девчонки, хотя хотела на самом деле пройти мимо. Очень советую, крутой мусс и многофункциональный, и потрясающий аромат. Ну вот и все, мои хорошие, вот такой заказ по третьему каталогу у меня был Фаберлик. Надеюсь, что мое видео вам понравилось и было полезным. Если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, проходите в инфобокс под видео, да, нажимаем сбоку треугольничек, раскрывается информация, все там много полезных ссылочек. А я вас всех люблю, целую, до следующих видео, пока-пока!